Рубрики «Открытие мира». На Всемирной выставке 1855 года в Париже промышленник Девиль поразил Наполеона III, подав к столу алюминиевый прибор. Император пожелал таких же легких и блестящих, как серебро орлов над своими войсковыми знаменами. Так Девиль получил деньги на строительство первых алюминиевых заводов. Добывать алюминий из глины поначалу было так дорого, что вещи из него могли позволить себе только короли. Постепенно технология стала дешевле, и в 1919 году в Германии из него впервые сделали самолет. Трансаэро. Открывайте мир вместе с нами.